А что, для директора заехал к Денису вот эти вот мазутом сбрызнуть для красоты. Ну и вот, вот так это все отшкачило. Сейчас попрошу Дениса слезно зашпаклевать повторно. Оторву его, отдел его насущных. Вот он тут колесик в такую красоту превратил. Вот так вот. Денис зашкурил, обшкурил. Маятник. Зашкурил, зачистил. Зачистил. Зашкуривать он будет после, после дома. Если дадут. Если дадут. Вот у Дениса золотые руки. Не руки, а щетка золотая у него. О, все выкрашено. Денис покрасил все по фэншую. Пакую в укрывочную пленочку. Маятник сейчас покажу. Аккуратно буду показывать, чтоб никто не видел. Чтоб никто не видел, потому что тут вышел от Дениса, охренел. Вот ломик загрузил. Все в багажнике покрашенное. Ну и что тут творится? Вот такое тут. Видите сами? О! Вон Денис. Все, поеду потихонечку. Как смогу. Зима началась, одним словом. Пока мы красили. Вот такая вот юга. Нужно максимально прожечь на большой температуре, чтобы он в темноте светился. Иначе не будет этого заряда красочного. Вот я думаю, светиться будет вот эта часть сильно. Тот край не будет, потому что здесь вот сильно прогрето.